В Жанаузене расчищают завалы дома, разрушенного от взрыва, предположительно, газа. Пострадало несколько квартир. На месте работают около 300 специалистов. Задействовано более 30 единиц различной техники. Наш корреспондент Тамара Степанова добралась до места события. Она сейчас с нами на прямой связи. Давайте узнаем, что известно к этому часу. Тамара, вам слово. Тамара. Здравствуй, Алмаз. Известно, что один мужчина 1994 года рождения погиб. Пострадали 12 человек. 5 человек находятся в городской больнице Жанаузене. Из них 2 человека в реанимации и 3 в травматологии. Остальным была оказана амбулаторная помощь. Мы сейчас находимся на месте взрыва. Это второй микрорайон города Жанаузен. Здесь работают спасатели, полицейские, военнослужащие, задействованы кинологи с собаками. И немаловажно, что с самого утра сами люди, сами жанаузенцы приходят на место взрыва и помогают разгребать завалы. Взрыв произошел сегодня в 5 утра по времени Астаны в двухэтажном доме. В нем 2 подъезда, разрушено 150 квадратных метров, общая площадь дома 600 квадратных метров. Сейчас дом отключен от газа. Причина и обстоятельства трагедии сейчас устанавливается. Координирует работу по разбору завалов Аким области, в ДЧС развернут специальный штаб и работает телефон горячей линии, я его сейчас назову, 8-72-92-31-90-99. Пока у меня на этом вся информация, мы будем держать вас в курсе событий. Спасибо, мы дальше пойдем.